Продается благоустроенный дом в селе Лабазы в 25 километрах от Бузулука. Телефон 8 922 815 02 71. Срочно продается благоустроенный коттедж 250 квадратных метров в селе Благословенко. Подробности по телефону 96 38 07. Продают двухэтажный дом в поселке Весенний. Участок 12 соток, имеется гостевой дом. Телефон 8 910 401 40 30. Закупают подсолнечник калиброванный. Телефон 21 31 01. Ремонт стиральных машин, продажа запчастей. Телефон 60 60 80. Строительство. Телефон 59-53-09. Ремонт стиральных машин. Недорого. Телефон 42-09-09. Учебный центр «Щит» проводит набор на курсы подготовки частных охранников 4, 5, 6 разрядов. Прием квалификационного экзамена и периодической проверки. Адрес: улица Донецкая, 131. Телефоны: 68-82-82. 25-75-78 и 68-82-57. Бесплатное переобучение на категорию D с последующим трудоустройством. Обращаться в рабочее время по телефону 40-10-40. В компанию требуется управляющий филиалом, торговый представитель по продаже строительных материалов и специалист по тендерам. Звонить 54-03-00 и 8-912-345-71-61. Требуется машинист гидроподъемника. Телефон 61-49-31. Требуется грейдерист. Телефон 96-95-99. В банк, в Степной и в центр города требуется уборщица-уборщик. Телефон 30-20-12. Требуется дорожный мастер. Звонить 25-33-43. В организацию на улицу Беляевскую требуется автослесарь, автомойщик и уборщица-уборщик. Телефон 30-20-10. В фирме «Юничел» требуются швеи, токарь и слесарь-ремонтник. Телефон отдела кадров 33 40 33. Требуются сварщики, маляры, автослесари по ремонту автобусов. Зарплата от 20 тысяч рублей. Телефоны 29 60 58 и 8 987 194 66 58. Требуются плотники-бетонщики, логисты с опытом работы, спецтехника, ТРАЛ. Телефоны 58 59 16 и 8 987 87 01 601. Требуются охранники по адресу: улица Доповская, 96А. Требуются водители на маршруты. Оплата от 1500 рублей. Телефон 24 20 40. В ателье требуется швея с опытом работы. Телефон 907-205. В парикмахерскую требуется маникюрный мастер и мастер-универсал с опытом работы. Телефон 96-86-12. Требуются продавцы, уборщицы-уборщики, повара, мясник, работники кухни и грузчик. По всем вопросам обращаться по телефону 24-12-11. Требуются автомойщики, автомойщицы. Телефон 28-65-75. Требуется водитель погрузчика. Телефон 61-67-00. Требуется электрик 4 разряда и слесарь по ремонту оборудования. Телефон 76-20-44. Требуются охранники и сторожа. Телефон 31-28-02. Требуются торговые представители. Телефон 23-26-00. Требуется водитель на Беларусь, бара. Телефон 23-35-35.
требуются маляры и сварщики. Зарплата от 20 тысяч рублей. Телефон 23 42 42. В частную клинику требуется операционная сестра. Звонить 25 88 11. Требуется торговый представитель на строительные материалы, кассир-операционист, продавец-комплектовщик и грузчик. Телефоны 540320 и 8-912-345-7161. Требуются автомойщики. Телефон 947-497. Требуется слесарь-сантехник. Телефон 30-59-58. Требуется уборщица-уборщик. Телефон 26-94-34. В автосервис, тонирование, ремонт стекол. Требуются слесари. Возможно, обучение. Звонить 97-72-88. Требуются автомойщики, автомойщицы. В поселок имени Куйбышева. Телефон 47-30-03. Требуется официант, бармен и помощник повара. Телефон 25-93-93. В организацию требуется дворник, полный соцпакет. Телефон 31-27-23. Работник с документами 22 тысячи рублей. Телефон 60-46-97. Помощник по персоналу 28 тысяч рублей. Телефон 92-89-85. Товаровед 32 тысячи рублей. Телефон 26-29-39. ИП требуется помощник от 46 тысяч рублей. Телефон 60-46-97. Администратор 22 тысячи рублей. Телефон 60-26-53. Администратор 25 тысяч рублей. Телефон 59-49-40. Инженер ПО 35 тысяч рублей. Звонить 61-45-22. Замруководителя, в том числе офицеры запаса, 38 тысяч рублей, телефон 60-36-87. Офис, стабильный доход, телефон 59-92-58. Телекомпании «Планета» требуется корреспондент, резюме высылать на адрес casting@media56.ru.